гостях в этом прекрасном зале народный коллектив студии русского романса «Элегия» Дворца культуры 1100-летия города Мурома. Коллектив был создан в 2003 году замечательным педагогом Татьяной Павловной Мальцевой, которая преподавала долгие годы в Муромском педагогическом колледже. В коллективе сейчас у нас примерно 23 человека. Дети с 6 лет и заканчивая зрелым возрастом, элегическим возрастом, где-то за 70. Милый мой, на груди моей развеет.
милого любя, будет песни петь, лаская на коленях у тебя.
я птицей в поднебесную ввысь. Сердце к сердцу стремится, отзовись, отзовись. Ярко, и подарка каждый ждет, потому что без подарков не бывает Новый год. С нетерпением ждем праздник, чтоб подарок получить, но приятнее гораздо самому его дарить. Валерия, Абрамовой Варвары, Жигановой Вероники. Вас все хорошо, входите в студию, а